Когда для работы требуется точность, несравнимая с обычной. Представляем новые тепловизоры Fluke TE480 и TEX580 с разрешением 640 на 480, 4 раза больше пикселей по сравнению с тепловизором со стандартным разрешением. Благодаря режиму Super Resolution разрешение увеличивается до впечатляющих 1280 на 960 пикселей. Также новые тепловизоры Fluke оснащены дополнительными функциями, обеспечивающими превосходное качество изображений. Система автоматической фокусировки LaserSharp позволяет получать сфокусированное изображение одной точки с помощью простого нажатия кнопки. Система фокусировки MultiSharp захватывает инфракрасные изображения с различной глубиной резкости, затем объединяет их для создания одного точного изображения, сфокусированного во всем поле кадра. Кроме того, с легкостью выполняйте анализ инфракрасных изображений с помощью ER Fusion. Просматривайте детальные изображения и определяйте проблемы быстрее благодаря 5 режимам. Полностью инфракрасное изображение. Кадр в кадре. Режим Auto Blend. Режим ER Visible Alarm. Отображение в инфракрасном видимом спектре в заданном диапазоне и полностью цифровое изображение. Получайте до 5 дополнительных изображений с данными оборудования, такими как серийный номер, характеристики или фактическое местоположение с помощью системы аннотаций ER Photo Notes. Эти дополнительные изображения становятся частью файла инфракрасных изображений, и вы с легкостью можете просмотреть их, когда это необходимо. Также у вас есть возможность выбрать удобный для вас форм-фактор. Удобная пистолетная рукоятка TE480 позволяет работать одной рукой, а поворотный объектив прибора 580 с углом вращения 240 градусов обеспечивает легкое перемещение над препятствиями, под ними и вокруг них для захвата труднодоступных объектов. Новые тепловизоры обладают всеми перечисленными функциями и высоким разрешением, а также позволяет получать сфокусированные детальные изображения при большей точности значения температуры. Кроме того, оба прибора отличаются надежным качеством, которое свойственно приборам Fluke. Возьмите для работы самое лучшее – новые приборы TE480 и TEX580.